да? Причем крутой холст, крутая краска, это акрил, самый лучший акрил. Вот ну, я просто сейчас вот пытаюсь впитать этот момент. Давай, давай, впитывай. Ощутить его. Да. А что вот, вот это вот, как бы, оно... Ты знаешь, я хотел вот здесь вот парус немножко подчеркнуть и наметил просто контраст. Хотел сегодня немножко закрасить, чтобы цвет немножко там брызнуть, чтобы немножко закрасить. Вот. Может быть там. Давай, Наташа, снимай. А ты на видео снимаешь, да? Отлично, ты посмотри, а нашего режиссера нашего, да. Вот как. Первый раз в жизни Саша взял кисточку, а он яхтингом занимается. Я как раз, вот он у меня в гостях, как раз говорю, ты яхтингом там занимаешься у себя, и поэтому ты у меня в гостях сразу, вот тебе и паруса, посмотри, как это выглядит, и добавь там, чего не хватает, и он вот первый раз в жизни кисточку, да, и уже... Знаю, что добавить. О, как хорошо получается. О, как у нас все прекрасно. Совместное творчество, да? Совместное творчество. Нет ничего лучше совместного творчества. Это да. Когда каждый остается самим собой, я всегда говорю, счастье – это быть собой. Но счастье высшее – это когда собой вместе. Когда что-то создают вместе. Как у Макаренко флаги на башне, помнишь, там, когда все дети работали, строили свое будущее, там. Да. Вот. Отлично. Немножко еще добавлю. Увлекся, его теперь увлекся, уже. Да. Ну, уже теперь не остановишь. Ладно, ну хорошо, друзья. Отлично. До встречи тогда. Вот наша школа Homo Futurus, человек будущего развития, творческих качеств, сотрудничества, открытый неконкурентный диалог. Как это, да? Да. Когда складываются усилия, на минусы не обращаешь внимания, возникает момент синергии. То есть новые такие всплески, позитивные, какие-то новые решения. Вот чем мы занимаемся. Смотри, как у него глаза блестят. Художник, молодец. И расстояние даже не преграда, да? Для творчества. Никаких расстояний. Никаких расстояний. Весь земной шар, мы все, как говорится, в одной лодке. На одном земном шаре. Да. Отлично. Тогда до завтра. Счастливо. Хорошо. А мы тебе пришлем это видео, посмотри, что из него можно сделать. Ты же режиссер. Смотрю обязательно. Давай. Интересно очень. Счастливо. Привет. Было приятно познакомиться. Привет и всем. Спасибо. Приятно познакомиться. Да. Счастливо. До завтра.